Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick. Вы слушаете наши видео-подкасты, либо аудио-подкасты, в зависимости от того, что у вас сейчас, просто подкасты, или вы нас смотрите на YouTube. И сегодня мы поговорим о такой вещи, как скрытый текст. Что это такое, как это влияет на ранжирование, стоит ли паниковать, или действительно, как говорится, нет смысла бить тревогу. Меня зовут Николай Шмычков, и сейчас мы ответим на этот вопрос. Итак, что такое скрытый текст? Например, Яндекс Вебмастер считает это серьезным нарушением. Давайте почитаем. Иногда вебмастера пытаются обмануть поисковую систему, размещая на своем сайте невидимые либо плохо видимые тексты, которые содержат ключевые слова и фразы. Зачастую такие тексты не видны посетителям сайта, но хорошо заметны для индексирующих роботов. Например, белый текст на белом фоне, либо текст, который написан очень маленьким, почти незаметным шрифтом, либо текст, который скрыт при помощи специальных технических приемов, например, нулевой размер шрифта, то есть, например, сдвиг текста за видимую часть сайта и тому подобное. Собственно, иногда бывает, что такой текст размещается не самим владельцем сайта, но действительно я видел взломанные сайты, когда этот текст размещался, находил его в коде. Ну, собственно, по размеру шрифта 0, либо съехавшего за видимую область экрана. Если вы получили такое уведомление в вебмастере, вы, конечно же, столкнетесь с тем, что его нужно будет убрать. Если вы это все сделаете, обязательно используйте кнопочку «Я все исправил» для того, чтобы Яндекс снял с вас это ограничение, иначе ваши позиции будут понижены, либо страницы удалены из индекса. Собственно, есть стандартные вопросы. Например, на своем сайте я использую специальную технику для скрытия части текста, но я не хочу никого обмануть. И посетители сайта всегда могут увидеть ее, если захотят. Является ли это нарушением? Нет, Яндекс в этом случае действительно говорит, это нарушением не является. Эта техника делает сайт более удобным для посетителей. Конечно, это не считается нарушением. То есть, когда длинный текст скрыт действительно при помощи такого слайдера, то есть, который можно развернуть, либо прочесть целиком. Вот. И, соответственно, по этому поводу не только он один сообщает, скрытый текст не является известным, как говорится, известным фактором, как говорится, по которому можно получить штраф. И сейчас мы сходим, как всегда, к нашему гуру, сотруднику Google, Джону Мюллеру, и спросим его об этом. Ну и, конечно же, я нашел этот пост на Reddit. Вы, если смотрите в YouTube, здесь включен Google перевод. Я могу показать вам оригинал, если смотрите нас на YouTube. Ссылочку на этот пост я оставлю в описании обязательно. То есть вы можете сходить и посмотреть его. И сейчас, как мы видим, собственно, ситуация у клиента, у Чирина, пользователя Reddit, ситуация, что его конкурент обманывает. Он обманывает тем, что его один из конкурентов использует скрытый текст, накидывая более 400 до 4 слов скрытого текста, то есть ключевые слова на каждой странице. За счет этого ресурс, он считает, что занимает топовые позиции. И самое забавное, что Google, точнее, сотрудник Google Джон Мюллер отвечает на эту тему очень банально, что скрытый текст не является серьезным, как говорится, препятствием для ранжирования вашего сайта. И то, что вас может забанить в Яндексе, Google может это проигнорировать. Почему? Потому что Google не может иногда определить, является ли скрытый текст ошибкой, взломом вашего ресурса, то есть, или чем-то другим. Поэтому Google попросту старается игнорировать скрытые элементы текста и не учитывать в их ранжирование, но при этом не наказывает никак ваш ресурс. Более того, многие сайты, вот собственно говорят, многие сайты ошибаются, многие сайты имеют случайно скрытый текст и даже намеренно скрытый, пока вы не повзаимодействуете с пользовательским интерфейсом. Поэтому алгоритмы учитывают, что сайты не идеальны, и чтобы не было ложных срабатываний, этот фактор ранжирования Google никак не рассматривает. Поэтому по поводу скрытого текста в Google вы можете не переживать и не волноваться из-за этой темы. Если вас интересует, как же все-таки сделать, чтобы Google ранжировал полноценный текст, мы используем обычную микроразметку. Микроразметка помогает скрытый текст ранжировать достаточно понятные вопросы. Например, если это вопрос-ответ, вопросы у вас могут быть открыты, а ответы скрыты. Я рассказывал про это в своих прошлых видеоподкастах. Вы можете с легкостью зайти на наши странички нашего сайта. Например, если вбить технический аудит сайта сейчас в поиске, эта страничка имеет высокое ранжирование, и она выдает, собственно, те вопросы в микроразметке. Но на самом деле, если вы обратите внимание, ответы на самой страничке скрыты.
То есть, если перейти, все ответы скрыты. И непосредственно, как их можно увидеть, да, как их видит поисковая система, она их видит через микроразметку. Поэтому скрытый текст можно разметить. Какой вид микроразметки подобрать, здесь уже зависит от страницы. Например, в частности, вот этот вид микроразметки, стоит микроразметка Fact Page, и она позволяет ответить на все необходимые вопросы. Как вы видите, сейчас здесь стоит достаточно много микроразметок, но вот одна из них Fact Page. И Google видит именно эту микроразметку и позволяет ее с легкостью проиндексировать. Поэтому волноваться по поводу скрытого текста я бы не волновался, разве что только если вы продвигаетесь не по Яндексу. А скрытые элементы текста Яндекс с удовольствием видит, никак на них негативно не реагирует и никаких с этим у нас проблем нет. Более того, на затравочку скажу, Джон Мюллер сказал, я вам скажу секрет, существует огромное количество алгоритмов, которые, даже если вы выигрываете хотя бы в одном, это не гарантия того, что вы будете в топе. Нужно выигрывать по множеству на фоне других конкурентов. Это чем-то напоминает сродни игру, там, какую-то вот наша любимая игра в компании, это игра в Uno. Ты можешь выиграть, фактически отличаясь всего лишь на пару очков от других проигравших. То есть, имея, даже фактически, когда уже практически все дошли до 500, ты можешь с 400 очками выиграть. Точно так же и все. Можно иметь сайт, который грузится не так быстро, но на фоне аналогичных ресурсов у конкурентов ты будешь на первом месте по всем параметрам, по всем факторам ранжирования и выигрывать в том числе. Поэтому вопросы, когда кто-то выигрывает место, то есть он в топе, а ты не в топе, то в первую очередь нужно изучить все факторы, по которым ранжируется твой конкурент. Все конкуренты, проскринить их, по каким ключам они ранжируются, какие страницы у них ранжируются, сколько у них страниц ранжируется, откуда, какие страницы им дают больше всего трафика, как правильно продумана перелинковка, откуда у него он получает ссылки, какие ссылки являются трафиками. Вот эти все факторы нужно учитывать целиком, а не только какой-то один фактор ранжирования, например, как в этой ситуации у нас скрытый текст. Скрытый текст в Яндексе может действительно повлечь к серьезным последствиям выкидыванию ресурса из индекса, его нужно будет ручками долго возвращать. В то время как в Гугле Google просто проигнорирует этот факт, потому что у нас были случаи, когда клиенты говорили, я выпал с Яндекса, в Гугле у меня все нормально. Да, причина находили взлом скрытый текст и удаляли его с ресурса. Был такой опыт. Если у вас был такой опыт, напишите мне в телеграм-канале. У нас есть там очень уютный чатик. Мы будем рады вашим комментариям. Можете также писать нам под этим видео, если вы смотрите на ютубе. Не забываем подписаться на наши аудиоподкасты. Задавайте вопросы нам. Обязательно делитесь нашими подкастами, делитесь нашим видео. И мы будем рады нашей теплой уютной компании. Всем вам. До новых встреч.